Альба по-прежнему реализовывает лишь 50% своих штрафных бросков. Дарден. Ну и посмотрите на защиту Альбы. Они включились с самых первых минут. Дарден после передачи Джордана Халса набирает, не вернул мяч. Смотрим на передачу. Сигма не успел за ним. Именно Сигма защищает игрокам Людвигсбурга. Они забирают его и бегут. Людвигсбургу очень важно бежать, проводить быстрые атаки, потому что в позиционном нападении у них не так много шансов. Только вышел, сразу попал. Пока пройдут эти 24 секунды для соперника. Но и была игра ногой. Еще атака от Ромендес. Плюс 2 у Людвигсбурга. Чуть более минуты. Будем надеяться, с ним все в порядке. Джордан Халс. Дарден. Да, совершенно по-другому защищается Альба. Вы видите, они сейчас защищаются так, как они делали на старте этого матча. Но это не волнует Дардена. Дело даже Mercedes-Benz Arena. Такого я давно не слышал. Но, если честно, давненько болельщиков не пускали на игры. Дарден на шаге обыгрывает Сигму. И страхующий Луис Алинде нарушает. Итан Хэп, Рейдбо, Дарден обостряет против Сигмы. Хорошая защита Люка Сигмы. Рейдбо и Дардена есть возможность попасть. Три туда. Лишь минус три для Альбы. Рейдбо. Воу, какой сложный мяч он придумал. Дарден забирает отскок. И сам своими молодыми 40-летними завершает команда Израиля Гонсалеса. Дарден, Рейдбо, нет возможности отдать туда передачу. Дарден, его атака туда. Тайм-аут Гонсалеса. И последнее владение будет все-таки у Альбы. Хорошая атака, но 10 секунд это еще его будет совершать. Там куча вариантов, на самом деле, сейчас посмотрим. Ну и сейчас вступает в действие мастерство главного тренера Альбы Израиль Гонсалес, который на самом деле первый свой сезон в качестве главного тренера проводит.